Привет и салют! Привет-привет, ребята! Сегодня у нас будет супер-челлендж, и я просто размажу моего помощника! Да, я лучше тебя буду сегодня трансформировать! А я тебя сделаю шарик! Шарик? Не надо из меня делать шарик! Просто, ребята, поставьте вот такой большой лайк, и сейчас мы будем соревноваться, кто круче, я или мой помощник. Досмотрите это видео до конца, потому что я много тренировался, целых 7 дней, и мы сделали новый ролик. Итак, посмотрим, смогу ли я справиться вот с этим вот помощником, который последний раз меня победил. Кто не видел этот ролик, посмотрите на нашем канале. Итак, сегодня у нас тоботы интеграции. У нас несколько тоботов. Это у нас Тритан, Дельтатрон. Дальше идет вот такое Гига 7. Магма 6. Это Магма 6? Ага. Точно, это Магма 6. Да, Магма 6. Это Тритан. Потом еще Тритан включить чит. Вот здесь вот у нас машинки. Мы их будем трансформировать. Это Гига 7, верно. Дальше у нас идет Кватран черный. Чемпион Атлон. Ну что, готов? Да, я выиграю вот этого. Давай, а я выбираю Дельтатрона. На старт, внимание, марш! Вперед, Дельтатрон! Так, Дельтатрон. Он... Ого! Дельтатрона. Так, у него три машинки. Смотрите, он две машинки двух атлонов уже собрал. Уже трех! Дельтатрон, я думал, что я быстрее тебя соберу, так как у тебя только три машинки, оказалось, что... Так, но у него еще сложное, у него еще целых три машинки. Так, тяжелый, так, Тобот X, Z. У меня приключения, быстрее, закрываемся, у него еще будет вулкан. Так, посмотрим, кто быстрее трансформирует. Итак, две машинки у меня готово, три машинки готово и... Эх, ребята, я чуть-чуть споткнулся. Мне просто осталось одеть мои ручища. Я думал, я победу заберу в этом раунде, но нет же. Буквально на 5 секунд я проиграл. Ну что ж, 1-0 в пользу моего помощника. Поздравляю тебя. В следующем раунде я тебя точно размажу. Так, это будет мой раунд. На старт. Так, подождите. Какого Тритана мне выбрать? Подскажите. Вот этого. Так, у нас три Тритана, какого будет быстрее? Давай возьмем. Ой, ты что ломаешь наших Тританов? Итак, на старт. Внимание, марш, поехали! Есть у него заминка, у него улетел Тритан. Нет, смотрите, он его подобрал. Быстрее! Я не должен проиграть во втором раунде. Нет, я не проиграю, потому что мне нельзя проигрывать уже. Итак, первая машинка готова, перехожу ко второй. Быстрее, Тобот X. Так, я что, зря тренировался целых 7 дней? Ребята, посмотрите. Я его буду побеждать, следующие раунды все, так не может быть. Но! Есть! О, буквально на... Так, ну тоже это так же. Это сложно было. Да, 5 секунд, я вырвал я победу. Тоже. Итак, 1-1 в нашем общем челлендже. Переходим к следующему супер-раунду, третьему. Вот он, толстячок, мой любимый тобот-эвакуатор. Ребята, посмотрите, какой он крутой. А у него Тритан включить щит. Ну что ж, сейчас давай мы покажем Тобот Зеро, как надо трансформироваться в эвакуатор-машинку. На старт. Внимание, марш! Эй, помощник! Мне кажется... Так, Зеро, давай быстрее! Так, быстрее его руки. Голову поворачиваем. Так, ну что ж, у него сложно очень Тритан. Так, Зеро, давай. Так, ну и у меня, я вам скажу, нелегкий тобот. Закрываем быстрее. Вот самое сложное... Самое сложное в этом тоботе, это сложить его ноги. Так, ну как вот, как они складываются, кто бы еще знал. Так, ну. Так, мой, ну все, мама. Так, почти. Так, крюк, цепляем крюк и... Есть! Я тоже. Ну, здесь можно засчитать нам ничью, буквально он за секунду...
успел дособирать. И, да, у меня, но у тебя три маленьких, а у меня один огромный. Так что это ничья. Счет 2-2. Да, 2-2. Мы забираем каждый по одному очку. Итак, 2-2. И переходим к следующему раунду. Ребята, смотрите. Смотрите, кто не поставил лайк, срочно ставьте лайк этому челленджу. Итак, сейчас будет очень равный челлендж, потому что у нас будут квадраны. Они одинаковые. Это черный и бело-красный, черный какой-то непонятного цвета. Это обычный. Да, это обычный первый квадран, а это черный улучшенный. Итак, на старт. Внимание, марш! Мы начинаем с ТОБ-ТР. Так, хочу вам напомнить, что у нас пока идет ничья. Да что такое? Я тренировался целых 7 дней, я не снимал видео. Я хотел победить. И я думаю, у меня получится в этих раундах. Смотри, я видел твои каналы, и да... Да, тебе смотри, понравилось? И ты там один. Проиграл. Ну, я проиграл один раз, зато сейчас я выиграю тебя. О. Так, быстрей. Все. И у меня все. 3-3. 3-3. И так практически одновременно. За 10-15 секунд мы собрали этих огромных тоботов. Я не хочу проигрывать, и мой помощник тоже. И мы переходим к следующему. У него атлон чемпион. Это тобот альфа, бета и тета. Нет, это не альфа, это торнадо. А у меня, это альфа? Да, вот. А, все понятно тебе. Итак, мой помощник выбрал атлонов. У него чемпионы, а еще он выбрал двух. Это метрон и амбулун. А я выбираю большого. Да нет, это Гига 7. У меня 7 тоботов, у него 5. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как вы думаете, смогу ли я опередить? А у него 5 атлонов. Кто круче, атлоны или тоботы обычные? Итак, на старт, внимание, марш, поехали. Так, он начинает с легкого метрона. Да, метрон это один из новых и нами любимых тоботов, атлонов. Так, ой, что с тобой? Так, у меня тобот К, это внедорожник. Так, он переходит к амбулуну. Так, метрон у него уже готовый. Так, 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 все, у меня 2 тобота одеты, дальше перехожу. На самом деле у меня очень сложный этот Гига 7. Его собирать целую минуту. Так, Гига 7, ну не подводи меня. Так, кажется, я не тренировался с Гига 7. Как он мне попался? Так, как его одеть, кто знает. Так, у моего помощника хорошо, тоже заминка. У меня заминка. Так, правильно я его одел? Нет, неправильно. Так, перехожу к другой руке. Мой помощник трансформирует амбулуна. Я же хотел... Ты уже собрал, ты давай не торопись. Тебе некуда торопиться. Так, как он А, вот. Ну, Гига 7, ну что ж ты так меня подводишь? Так, он собирает чемпиона, а я быстрее трансформирую ноги. Так, это какая у меня нога? Быстрее одевайся, это с этой стороны. Так, одну ногу одел, остается вторая нога и... Так, подожди, она не одевается. Так, одел вторую ногу. Так, на ту сторону. Так, мне еще остались несколько деталек. Просто прикрепить быстрее. Ну, прикрепляйтесь. Это очень сложный. Так, сзади еще. Так, как его одевать? Ну, что ж такое? А, вот. Так, есть, ребята, наконец победа за мной. А, вертолет, я совсем забыл про седьмого. Быстрее, седьмой, я думал уже все. Так, одеваем и... Есть. Они, надо это еще в оружие забрать. Думаешь? Да. Чик. Вот такой вот супер, я не знаю, как это даже называется.
Так, он собрал атлона чемпиона, я собрал Гига 7, и он собрал еще двух атлонов. Это у нас Амбулун и Метрон. Вот такие вот атлоны и тоботы нового поколения. Это новый сезон. Итак, у нас ничья 4-4. Никто не хочет проигрывать. И остался самый последний раунд, где мы выявим победителя. Ну что, ребята, у нас осталось 4 тобота мини. И у меня будет тобот V-Max и тобот R пожарный. А у него тобот X и тобот V почтальон. Сейчас мы по 2 тобота будем трансформировать и посмотрим, кто победит в последнем решающем раунде. Тот и победитель всего чемпионата челленджа. На старт, внимание, марш! Быстрее, быстрее, я начинаю с тобота R. Он начинает с тобота V. Тобота V-Max, это у него самолетик, у меня пожарная машинка. Итак, пожарный. Тобот. Так, а, подожди, у тебя тобот V, у тебя ж не самолетик, у тебя почтальон, это у меня самолетик, ну. Есть, первая машинка готова. Итак, тобот R. Итак, бластер снимаем. Снимаем кабину. Мой помощник застрял на тоботе почтальоне. Я складываю ноги. Ну что ж, похоже, победа за мной. Так, быстрее, что у меня с руками... Так, 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 самолетик. Не подводи. Так, быстрее. Кабину мне надо одеть. Кабину. Быстрее кабину. И бластер, ну-ка. Бластер одел, и что, помощник? Кажется, победа моя. Как мы одновременно? Одновременно, ребята, посмотрите. Итак, счет 5-5. Мы никто не выявил победителя. Ну что ж, вот так вот бывает, что сегодня у нас произошла ничья. Поставьте нам лайк, не забудьте подписаться. И... Да, комментарии отключили, вы не сможете написать нам, но зато вы нас порадуете своими просмотрами и подписками. Всем пока-пока! Пока-пока!